еще и бросили. Сейчас вы задерживаете за данное правонарушение. Вы слышите меня? Пойдемте. Вы же мне не давайте. Нет, теперь уже пойдемте, теперь уже вы за данное правонарушение едете с нами в отделение. Я вас не трогаю, что вы там родите. Вы не надо так шарать. Я вас не трогаю. С тобой ехать? Запись идет с самого начала. Пожалуйста. Пожалуйста, вы отделение. Вы поедете по-другому, если по-хорошему. Подождите, она как в шлёпанцах? Вы что делаете? Я обычно. Она в шлёпанцах. Куда вы её в шлёпанцах? Дайте ей переобуться. А, переобуться, конечно. Что это такое? Зачем вы это делаете? Зачем? Сейчас синяки останутся. Не знаю. Ну как не знаю? Ну, мне это нравится, человек. Ну что ей нравится? Ну вы мужчина, ну зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Одевать слова такие. Ну какие слова? Вы себя ведете очень странно. Вы приехали без постановления и сейчас за перекур вы что-то там придумали. Вам... Мы не придумали. Ну как а не придумали? Вот это вам кто? Мать моя. Ваша мама, да? Да. Вот она сразу же федеральный закон о полиции открыла. Вы тоже откроете. Статья 6.24. Откройте. Откройте, вы мне расскажите, я не буду ничего открывать. Вы мне расскажите. Вы же можете мне рассказать? Курение. Запрещено в общественных местах. А если бы она дома покурила? Ради бога. Ну, пойду, так ей сказали не курить в подъезде, а она все равно вышла и курила. Нет, ты мне сказал не курить, я не курю. Я сейчас пойду дома перекурю. Теперь вы с нами поедете за данное правонарушение. За какое? За курение в общественном месте. Это что у нас? Это предусмотрено, как это называется? Как это арест административный. Нет, штраф. А что, задержание? Штраф, составляете да. Протокол? Протокол составляется. Ну нет, вы на месте можете. Если вас попросят, вы можете на месте составить. Да, нет, да, нет, квитанция да, выдается в электронном виде. Мы квитанции не выдаем. Письменные. Ну вы сейчас придумываете нет, очень много, вы знаете. Не так, как не да, вы придумываете. Нет. Совсем не придумываете. Нет. Придумываете. Столько всего придумываете. Ну и чё? Хочу уходить по дому. Проще проехать по-хорошему? Мне сейчас говорит, что у меня выглядит наручников. Попробуйте. Проще проехать по-хорошему? У вас даже постановления нет. Ну это что вы говорите? Постановление не вводится, не пишется за курение. Так и каким образом вы тогда увозите? Вы собрались, девушка? Вы собрались? Нет. Я еще не собралась. Когда уходите?